О том, да, как научиться читать знаки и подсказки. Так вот, почему я пришел сегодня в этот спортзал? Вчера мне позвонил товарищ. То есть у меня, в принципе, есть абонемент в один из спортзалов нашего города. Хороший очень спортзал. Мне позвонил вчера товарищ, он с другого района, просто приехал в центр и говорит, ты занят? Я говорю, да нет, в принципе. Он говорит, ну, выходи, погуляем. Я говорю, а ты где сейчас есть? Он говорит, я на Ермакова 9А в бизнес-центре. Вот, я говорю, хорошо, давай сейчас оденусь, встретимся. Вот, приходит он, мы встречаемся с ним, и я говорю, ты где был? Он говорит, я был на Ермакова 9А, там заходил в кафе, пил чай. Опять Ермакова 9А, да? Вот, потом мы с ним общаемся, в процессе разговора он опять говорит про Ермакова 9А. Он говорит, хочешь, журнал тебе дам почитать? Я говорю, да нет, я такие журналы не читаю. Я говорю, а где ты его взял? Он говорит, ты на Ермакова 9А. Потом мы зашли в торговый центр, и мое внимание, там было много плакатов, и мое внимание привлек плакат, где была какая-то реклама, и там было написано Ермакова 9А. То есть буквально вот за час, пока мы с ним встретились, несколько раз промелькнула Ермакова 9А. Плюс, дорогие друзья, перед этим, приходя в магазин, расплачиваясь картой, ну, сбербанковская, она зеленая, я несколько раз по ошибке, в кавычках, вытаскивал карту не банковскую, а карту этого клуба. Потому что я давно посещал, года полтора, примерно назад, может быть, два, посещал этот клуб, и у меня карта осталась. То есть она такая же зеленая, как сбербанковская, и я по ошибке несколько раз попытался расплатиться этой картой в магазине. Буквально вот перед тем, да, как это произошло. То есть все не случайно, все не просто так. И наша задача просто научиться обращать внимание на знаки и подсказки, не игнорировать их. Это очень важно. Вот кто уже читает, либо пытается читать знаки и подсказки, кто видит вокруг эти знаки и подсказки, получает подтверждение, к примеру, увиденного, да, то есть там цифры, числа, какие-то имена людей, да, какие-то, скажем, слова из песен мимо проезжающих машин, которые являются ответом на те вопросы, которые вы задаете. Кстати, ответы можно получать абсолютно везде. Абсолютно везде можно получать ответы. Потому что мир вам постоянно показывает. Показывает то, чем вы должны заниматься. То, для чего вы пришли в этот мир. То, кто вы есть, дорогие друзья, то, что вам нужно делать в каждый конкретный момент вашей жизни. Постоянно мир вам сигналит и дает подсказки, и ваша задача просто научиться эти подсказки считывать. Поэтому ничего сложного нет здесь, главное быть более наблюдательным. Находиться в осознанном состоянии, дорогие друзья, и вот находясь в осознанном состоянии, вы начинаете воспринимать знаки и подсказки, которые везде вокруг нас.